Еще 8 выпускников награждены медалями за особые успехи в учении. Эту почетную миссию выполнили глава города и председатель Думы. Сегодня здесь, в центре города Асбеста, в центре детского творчества, мы чествуем лучших из лучших, те, кто смогли доказать своим трудом, упорством, поддержкой, желанием победить, смогли доказать и стать лучшими из лучших выпускников 2023 года. Для города это хорошая традиция, когда мы вот так вот собираемся, чествуем наших лучших, ну и, соответственно, провожаем их дальнейший путь, то есть за дальнейшими достижениями. Тем более, что большинство выпускников уже определились с выбором дальнейшего профессионального пути. Медалистка школы номер 8 Мария Бугаенко, например, планирует связать свою жизнь с рекламой, творческими профессиями. Дальнейшие планы, в Екатеринбург, скорее всего, в УРФУ буду строить потихоньку жизнь, учиться, потом, может быть, планирую магистратуру и еще дальше выше пойти, высшее учебное заведение. Ну а так, все как у всех. Напутственные слова в адрес выпускников звучат от педагогов, представителей промышленных предприятий. Главное из пожеланий – не забывать свой город, возвращаться сюда жить и работать. Еще раз повторюсь, мы вас ждем в городе, места в садиках есть, в школах есть. Поэтому мы будем рады вас видеть в нашем замечательном городе, будем рады видеть на наших производствах. И вот, кто знает, может кто-то из вас в дальнейшем займет уже вот здесь места, уже не как выпускники, а как уже руководители предприятий, руководители образовательных организаций и разных учреждений. Выпускникам медали, родителям медалистов и педагогам благодарственные письма. Желаем выпускникам успехов в поступлении в высшие учебные заведения и новых достижений. Ура!